Эту тему широко обсуждали на прошлой неделе. Общественники обратились тогда к главе Хостинского района Павлу Клопотовскому с просьбой вообще перенести мемориальный комплекс в другое, более удобное место. Так как во время патриотических акций и праздничных мероприятий на старом всем участникам разместиться было сложно. И вот такая территория была найдена. Это сквер в честь 50-летия Победы. Сегодня общественности для обсуждения был представлен проект нового мемориального комплекса. Он позволит вмещать несколько тысяч человек. Рядом, помимо гранитной плиты, на которой золотыми буквами выбиты имена хостинцев, ветерана Великой Отечественной войны, будет установлена военная техника. Более того, архитекторы предусмотрели и памятный огонь у новой стелы. В отличие от вечного, его будут зажигать во время проведения мероприятий. На месте же, с которого уберут мемориал, будет сквер. Мемориальную плиту демонтируют. Две в микрорайоне с одинаковыми именами не нужны. А взамен по инициативе горожан будет установлена доска почета. Исторически, если из истории, значит, сегодняшний мемориальный комплекс, старый, действующий, он был тоже еще в советское время преобразован из доски почета района. То есть исторически, то есть на этом месте раньше и была доска почета. Поэтому сейчас мемориальный комплекс новый мы возрождаем, строим на новом месте, а ее реконструкцию старого комплекса делаем под доску почета, как это было ранее. Реконструкцию мемориального комплекса в парке Победы администрация района планирует завершить к 1 мая.